Молодежка ОНФ с утра уже в рейде проверяют уборку контейнерных площадок перед многоквартирными домами. Первый адрес — Герцена, 30. Здесь контейнеры стоят вне площадки. Места под складирование КГО и вовсе нет. Молодежка о своем визите предупредила регионального оператора. Видимо, поэтому здесь с утра уже убирают мусор. Одна машина сменяет другую. Здесь сложности несколько. То есть, первое — это подъездные пути. То есть, как мы сами сейчас только что видели, спецтехника все-таки габаритная, и ей довольно-таки сложно проехать по узко прочищенным проездным путям. Это одна из сложностей. А вторая сложность, вы сами уже тоже обратили внимание, это отсутствие отсека для крупногабаритных отходов. То есть люди складывают крупногабаритные отходы рядом с контейнерной площадкой, прямо в сугроб. И также необходимо отметить, что и сами люди складывают эти отходы как попало. Разбрасывают, то есть неаккуратно складывая их рядом. Машина, которая вывозит ТКО, приезжает каждый день. За КГО раз в неделю по пятницам. Жители недовольны качеством уборки. Говорят, что вокруг баков всегда все разбросано. Такие претензии по всему городу. По нашему городу было около 200 обращений, но при этом многие из них по поводу оплаты, какие-то из них по поводу содержания контейнерных площадок, какие-то из них по юридическим вопросам, то есть по тонкостям начисления тарифов. В первую очередь мы поехали по тем адресам, где жители прислали фотографии с реальными проблемами. Мы посмотрели, оценили количество мусора и масштаб проблемы и, соответственно, выехали в первую очередь на эти адреса. Молодежь КОНФ на проверенные контейнеры крепит таблички, на которых указывает, что обещал сделать региональный оператор. На Герцена 30 поменяют баки, мусор будут вывозить без задержек. Организацией контейнерной площадки должен будет заняться собственник земельного участка, то есть управляющая компания. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.